победой. Многих удивила твоя позиция на поле. Расскажи, как так вышло, что ты стал защитником? Ну, ничего удивительного. Я как бы играл на этой позиции при Юрии Павловиче Семине. Он меня ставил, как раз чемпионский год был. Надеюсь, что эта позиция принесет нам на чемпионате Европы хороший результат. Расскажи, что случилось с тобой во втором тайме, почему заменили? Была борьба, выпрыгнул, сыграл головой и получил локтем в лицевую кость и в нос. И кровь пошла из носа, и как бы хотел продолжить матч, но врачи сказали, что не надо, еще будет столкновение, и можно пролететь мимо чемпионата Европы. Как тебе Болгария? Ну, хороший, неуступчивый соперник. Мы разбирали игры, поэтому мы были готовы, и ребята молодцы, дожали, и хорошо, что мы выиграли, и это даст импульс перед чемпионатом Европы. Физически команда уже сейчас как готова? Это все-таки нужно время, чтобы вобрать еще форму? Ну, времени уже мало. Я скажу, наверное, что мы готовы и физически, и еще и тактически чуть поработаем, и в полных силах подойдем уже к старту чемпионата. Верится уже, что он через несколько дней? Ну, конечно, верится, все приближается, и надеюсь, что мы выставим достойно.